Привет! Я не то чтобы горю большим желанием собрать всю коллекцию завров, лично мне они частично даже безразличны. Есть, конечно, прикольные заврики, которых прикольно покрутить в руках, трицератопс вот это есть, который мне очень нравится, но сама суть мне не то чтобы интересна, и как бы меня, получается, что вынуждают снять еще ролик те, кто мне их приносит. Я не против, огромное спасибо людям, которые мне подкидывают этих завриков, потому что это все же какой-никакой контент. Но как бы если бы у меня их не было, я бы сильно не расстроился. Вот я это к чему. Но, тем не менее, я вообще о чем хотел сказать-то. В прошлый раз мы собрали уже довольно много. Мы, по-моему, то ли половину собрали, то ли чуть больше половины. Повторок было не так уж много. И мне принесли еще 7 штук. Собственно, вот такие вот пакетики, которые мы сегодня будем распаковывать в очередной раз. Если вам это интересно, вы можете дать знать об этом в комментариях мне, чтобы я понимал вообще, стоит снимать такую штуку или нет, или стоит оставшиеся завры раздарить кому-то. Но поскольку пока мне больше особо нечего сюда снимать, давайте будем распаковывать завров. Так что да, лайк поставить тоже можете, кстати, не ленитесь. Окей, погнали. Первый пакетик у нас, в котором у нас, конечно же, повторка. А еще знаете что? Я забыл открыть список динозавров на сайте, потому что я их по именам нифига не знаю. Завры пятерочка. Открываем. И, собственно, где они тут? Собери. Где? Где динозавры? А, вот они. Все, окей, погнали. Может, сегодня что-нибудь прикольное выпадет еще. Так, один пакет уже минус, и как бы довольно печальный минус. Новенькое, что-то новенькое с очень кривым глазом, к сожалению. Так, давайте сразу найдем, кто это у нас. Может быть, что-то редкое, может быть, нет. Ты где, братан? Во, слушайте, это редкий, это у нас оранжевая карточка, это стегозавр. Собственно, вот такой вот стегозавр, у которого, к сожалению, поплыл глазик. С одной стороны, глазик нормальный. Кстати, стегозавр сделан классно. Очень жаль, что у него спинка не пластиковая. Как вот я люблю у нескольких динозавров здесь. Прям не... упал. Один из динозавров упал. Мне дико заходят вот эти динозаврики с пластиковыми вставками. К сожалению, они не все такие, и это меня расстраивает. Собственно, стегозавр с поплывшим глазиком. Я надеюсь, выпадет повторка, у которой глазик будет на месте. Потому что хотелось бы все же более-менее аккуратную коллекцию собрать, если уж я ее, получается, в итоге собираю. Так, это у нас повторка. Ее пока никуда не уносим. Следующий пакет. Что-то тоже довольно объемное такое здесь. И да бляха, муха. Что ж такое-то, а? Это, если что, не мат. Бляха — это штука на ремне, а муха — это обычное существо летающее. Это у нас... чувак, короче, с труднопроизносимым именем. Паразауролов. Я выговорил? Я смог, блин, выговорить? Короче, это паузаролов. У меня их уже вот тоже, как рапторов, их у меня уже 3 штуки. Так. Ну, у этого глазки достаточно темные, плохо сделаны, он явно в коллекцию не пойдет. Пока вот этот самый аккуратный. Так, это у нас одна повторочка. 4 пакета осталось. Ладно, давайте смотреть. Так, что-то оранжевое. Да ладно! Это у нас новенький, это у нас... Это, по-моему, этот... Карнотавр, да? Это карнотавр. Забавно, что такой вроде крутой динозавр в самом начале. Типа, это зеленая карточка, нулевая редкость. Хотя, я думаю, у них редкость не особо различается, но не суть. Нам, получается, из гигантозавров или вообще из крупных динозавров осталось собрать только прозрачного тирекса вроде и все, да? Так, давайте мне вот интересно по поводу молда у него и тирекса. Они, смотрите-ка, разные. Я почему-то думал, что они просто тирексу приделают рожки и скажут, типа, ну вот, вот так вот у нас будет. А нет, смотрите-ка, сделали абсолютно разными. Но он такой же забавный, у него огромная башка. Она в реальности, конечно же, не такая абсолютно должна быть. Но, тем не менее, сделали его классным. Хотя, по-прежнему, тираннозавр по молду мне нравится гораздо больше. То есть, у него детализация проще, но при этом выглядит он класснее. Круче, класснее. А у этого чувака много детализации, много всяких тут... мышц, чешуек, ноздри, но при этом смотрится он как-то хуже, что ли. Может быть, кстати, на это играет цвет, потому что Т-рексу дали такой более-менее естественный коричневый цвет, а этот оранжевый. Разумеется, в оранжевом цвете динозавров таких не было. Но! Это еще один новый динозавр. Смотрите-ка, 2 новых из 5... из 4 открытых пакетиков. Это прям вообще пушка, учитывая, сколько их уже собрано. Что ж ты упал? Стой нормально, стой спокойно.
Так, следующий пакет. Тоже что-то большое. И... Да ладно. Еще один карнотавр. Типа, мы подумали, что тебе будет мало одного карнотавра, и положили сразу двух. Спасибо. Так, сейчас я приклею сразу их. Типа они друг на друга, стенка на стенку, новенькие и старенькие. В смысле, оригинальные и повторки пошли, пока повторки проигрывают. Надеюсь, хотя не, знаете, их много. Пятерочка такая затесалась тоже очень забавно среди них. Следующий пакет. Да, здесь у нас снова птеродактиль, по-моему, птеродон, неважно. До этого он уже выпадал. Знаете что, они практически одинаковые. У них даже косяк с глазом абсолютно одинаковый, что у одного, что у другого. Ну, он, по-моему, в темноте светится, если я ничего не путаю. Вот этот мне нравится чуточку больше, потому что он не так сильно помялся. Пожалуй, я его использую как основного в коллекции, а этот у нас будет повторкой. Они как бы поменялись местами. Я полагаю, что это не очень честно, но да ладно, мне, честно говоря, пофиг. Ну и, наконец, последний пакетик, да. Собственно, вот такой вот пакет. Вот я только о нем заикнулся, и он тут как тут. Это светящийся в темноте, если я ничего не путаю, Тирекс. Сейчас глянем. Да, это светящийся в темноте Тирекс, тираннозавр Рекс. Собственно, у нас все характеристики есть. Это сиреневая карточка. Это как бы не хухры-мухры, вообще-то сиреневая карточка. Ну и, собственно, он вот такой. Ну, он сделан из того же самого материала, что и птеродактиль, или птеродон, неважно, как летающая та фигня. Что ж ты все падаешь, а? В принципе, молд у него... Да, молд у него абсолютно тот же самый, что и у обычного Тирекса. С той же поправкой, что из-за особенностей вот этой резины светящейся, у него еще меньше детализации. То есть этот не особо детализированный, хотя, видите, зубки видно, ноздри, брови нормально выделены. Здесь же это практически не замечается, потому что он такой более гладкий, потому что он из другой резины. Вы, наверное, сами прекрасно знаете без меня, что у разных видов резины, у разного цвета даже резины и пластика разные свойства. И, собственно, поэтому отливаться фигурки и всякое могут абсолютно по-разному. Так, на данный момент коллекция состоит уже из... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Из 13 из 20 фигурок. Я по-прежнему... Или не из 20. Блин, я опять забыл, сколько их. Давайте опять считать. По-моему... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, я по-прежнему не нашел вискас. Я по-прежнему не нашел вот этого Диморфодона. Очень круто выглядит, хочу его поскорее найти. У него еще и крылышки крашеные будут. Я по-прежнему не нашел... кого? Птеродона нормального, непрозрачного. Я не нашел трицератопса, светящегося в темноте. Так, этот парень у нас был. Я не нашел Барионикса, да? Да, Барионикса мы еще не доставали с вами. И нету еще... Дилофазавра и Галимимуса. Или Галимимуса, неважно. Короче, его тоже нет. Это маленькие чувачки были такие, по-моему, да? А, нет, длина 4 метра, хрена себе маленький чувачок. Короче, вот, этих ребят еще нет, но как бы коллекция на данный момент выглядит вот так. По-моему, весьма неплохо. Опять же, я не знаю, что мне с ними делать. Как бы, зачем они мне? Мне негде это дело хранить. Но, с другой стороны... Моя сорочная натура, ну, как сорока, она говорит мне, давай-давай, еще что-нибудь распакуем, они прикольные, блестящие, красивенькие, давай побольше пакетиков. Вот, такие дела. Если было интересно и приятно посмотреть и послушать, то лайк поставьте, будет и мне приятно, если вы поддержите. Увидимся в следующем видео. Пока.